Здравствуйте, уважаемые жители Чувашской Республики! Являясь преподавателем Чебоксарского медицинского колледжа, от всего сердца поздравляю вас со столетним юбилеем образования Чувашской автономии. Любить свой край не надо силы, любить его, любить Россию. Он капелька его, он долька. Таких краев в России столько, но этот лучше всех на свете. Здесь жили прадеды и деды, здесь пахнет родиною с детства, а чувства никуда не деться. Чувашия – один из самых красивейших уголков нашей многонациональной, необъятной России. Чувашский народ славится своими людьми. Они талантливые, они целеустремленные, они трудолюбивые. Желаю, чтобы и дальше в Чувашии развивалась динамично промышленность, возрождалось сельское хозяйство, строилось много качественного жилья и дорог, а также развивалось здравоохранение, образование и культура. Чувашский край, расти и крепни, волною волжскою звеня.